Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Так, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. Я открыл, потратил немного денег, в общем, открыл вот этот торговый путь. Я просто помню, что еще когда в песочнице играл, здесь очень жиры, очень дешевый жир. Видите, здесь зерно, здесь также есть бобовые. Ну, они, конечно, не самые дешевые, но вполне приемлемые. В общем, здесь много всего, плюс еще и мыло. Ну, правда, некоторые товары, такие как... Сосиски здесь дороже, ну, понятное дело, что мы их здесь не будем брать, но здесь травы возьмем на всякий случай, потому что мне нужно картофель, я везу, в общем, все, сейчас пока привезу, тем более картофель, я посадил этот картофель заново, но опять же эти кабаны гребаные могут прибежать, суки, вот, и во всяком случае картошку нам так и так, ну, доставят. Второй момент, я сейчас буду увеличивать, наверное, скорее всего, кухню, хотелось бы ее увеличить. Но у меня еще, знаете, какое интересное я решил сделать. Смотрите, у нас, во-первых, будет вот здесь вот увеличено, все это будет увеличиваться зоны. Да, по-моему, так вот, я не помню, докуда она, или до сюда. Но здесь будет, а так как я хочу каждому вот из горожан, да, и дворян, в общем, каждому классу сделать свою, так сказать, систему таверн, ну, как бы таверна, да, с такой залой, зал, значит, раз, два, три, значит, раз, два, три, где-то, наверное, 3×3 получается, вот такие квадраты будут, залы, поэтому будет один какой-то основной зал, например, вот, вот так вот еще сюда и расширим, хотя, ну да, наверное, вот еще сюда, вот эти комнаты мы сделаем из них зал. Да, вот здесь коридор, скорее всего, да, здесь коридор, на второй этаж пойдем. Да, кухня, наверное, скорее всего, в эту сторону уйдет. В общем, получается как, здесь такой прямоугольный будет главный зал, но я не знаю, может быть, опять же, когда расширим зону, ну вот этим, по сюжету, насколько еще клеточек вот сюда вот в эту сторону прибавится, в общем, каждому выделим по 9 клеток и будет каждый зал. То есть у нас получается главный вот так вот будет стоять, а потом здесь вот, ну, здесь вот 9, например, один класс, да, здесь один класс, ну и так далее. Ну, плюс еще, опять же, не нужно место для производства оставить, наших грядок, здесь курицы будут, я вот не помню, еще вот, по-моему, до сюда она вот так вот еще две, да, раз, две клетки, по-моему, еще расширится, вот так вот еще расширится, да, и мы как раз, в общем, производство еще нужно оставить на производство местечко, поэтому сейчас пока, ну, планы как бы такие, и, а на втором этаже вообще все, на второй этаж все спальни, хотя не игровой зал внизу будет, наверное, вот за место, вот, вот здесь вот, наверное, да, вот, вот вместо вот этой мы поставим как раз. Да, здесь, наверное, игровой зал будет. Ну, понятное дело, что здесь уже двери уберем эти, да, будет одно целое, здесь будет целый зал, здесь будет дверь в игровую зону. Здесь у нас будет, слушай, ты, по идее, должен поместиться, да. Здесь вот у нас коридор, и я так думаю, что здесь как раз лестница должна на второй этаж поместиться. Странно, опять же, вот эти вот гребаные жители, они все почему-то вот проходят через заднюю дверь, хотя у них есть парадная специальная дверь, ну, по крайней мере, какая-то странность. Так, вот я единственное, что не понял, в какую сторону этот... Почему закончился? У нас 4. Вот где это появляется? Вот или это внизу, или... Ай, блин, в общем, как-то она все через одно место. Так, у нас здесь картофан. Вот, привезли, значит, все это. Молодцы. Да, сейчас они вот все отсюда принесут. Я единственное, что хотел, да, расширить нашу кухню таким образом. Ну, понимаю, что, может быть, кто-то не скажет, что... то зачем ты так сделал? Но, блин, не знаю, мне, по крайней мере, кажется, все-таки таким, знаете, будет, я говорю, здесь главный зал будет и посередине кухни, а вокруг него будут залы для всяких классов. Ну, чтобы с кухни в любой момент можно в разные стороны уйти, да, и там официанты, чтобы не бегали по этажам и так далее. Склад будет отдельный склад, вы не подумайте, нет, есть на кухне в любом случае что-то будет, вот такие вот стеллажи, может быть, 1-2 стеллажа на кухне все равно в любом случае будет присутствовать. Для чего? Для того, чтобы он не бегал, знаете, вот, ну, я не вижу смысла бежать на второй, ну, например, на второй или на третьем этаже делать склад, да, а потом бежать там,
сломя голову, пока он туда сходит, потом обратно бегает. Он, все, что нужно для, на кухне, будет самые важные ингредиенты для каких-то блюд, да. Мука, их, ну, там, хлеб хранится, да, чтобы сразу взять. О, мой дорогой трактирщик, я вижу, что вы смогли раздобыть картофель. Очень жаль, что это заняло столько времени, что я уже не голодна. Но, да и потом, герцогини Хольт и баронесса Мьел такие болтуни, что на следующий день весь Уэлл судачил бы о моей фигуре. И что? Хорошего человека должно быть много, да? Я вот не понимаю, что это значок, это напор, уловки, чувства. Ну, хотя здесь эти чувства попробуем. Ха, вы говорите прямо как мой покойный муж, граф Девон. Девон. Подобное беззаботное отношение к жизни так освежает после времени, проведенное при дворе. Эх, ну я бы, в принципе, да, стал бы его, ее, точнее, можно сказать, вторым, или с какой у нее там, да, мужем. Так, надеюсь, это все. Надеюсь, что я долго не вынесу вашей компании. Найдите мне барда, трактирщик, и хорошего барда, а не какого-нибудь вершлепта, горлящего пьяной песни о выдуманных любовных похождениях. Хотя, наверное, вы, простые люди, именно это называется музыкой, да? Ну ладно, уже бегу. Вперед, сделать что-нибудь полезное для разнообразия, завершить разговор. Блин, только я... Да, мне еще нужно... Да, нет, куда без добра. Почему я так говорю? А потому что мы сейчас с вами пойдем кое-что сделаем. Так, во-первых, нам нужно будет... Сидр очень хорошо раскупают. У нас сосиски закончились. Ага, блин, у меня денег нету, да? Но мы можем сделать другое. Мы можем в этом банке занять пятерочку. Ну, допустим, я не знаю, давайте вот так вот пятерочку, да? В этом мы гасим. Здесь мы заказываем пока что сидр, значит, даже 30. Да? Нормально. Сосисонов. Тоже их неплохо доберут. Вот хлеб, блин, хлеб. Вот жалко, я вот сейчас закрою, и это вот все пропадет. Ладно, давайте хлеб. Сколько здесь стоит? Хлеб, по-моему, 54. А вот здесь он, по-моему, дешевле. А нет, здесь 63. Блин, а где ж я так видел, ты дешевый, а? Ну ладно, неважно. Так, значит, сезонов 3. Сидора тоже 3. Хлеба 2. Даже 3. Что еще можно здесь взять? Муку, пиво. Пиво пока есть, вино. Ну, давайте, вино тоже есть. Зелень. Здесь, да, здесь, наверное, пока все. Единственное, что я бы... Да, давайте, наверное, хлебушка побольше закажем. Тем более, хлеб вроде бы неплохо едят. И немного перестроим здесь, так как у меня деньги есть, тем более бард требует, опять же, комнаты личные, да, его нужно сдавать. Ко мне один приходил бард, но я его выгнал, не стал брать, в общем, он для, по-моему, дворян, что ли, да. Хотя вот, может быть, ей-то, наверное, для дворян, да, может быть, ей дворяне подойдут, а? Мне не нравится убранство комнаты, главный зал, в таверне темно, личная комната. Нет еды, нет еды, нет еды. Ох, как мы все хреново. Да. Отхожее место было бы не лишним. Так я ж тебе поставил, блять, отхожее место. Вот это, что это у тебя такое? Видишь, что у тебя здесь есть? Ночной горшок. Отхожее место, вот оно. А, может быть, ей типа не нравится... Ну да, за 250, конечно. Ну да, видите, оно не очень удобно. Но другого все равно нету. Ручная мельница. Да, давайте, значит, вот так вот мы ручную мельницу. Блин, 550. Нет, стоп, мне нужно... Во-первых, удобрение нужно обязательно, иначе, ну, оно растет быстрее на грядках. Так, здесь, дальше. Так, а чтобы комнату сделать... Так, это мы убираем сюда, чтобы они не бегали. Это мы убираем, пусть это где-то, а пусть здесь,
Это у нас будет... А, блин, вот это сразу, это загореться может, падла. А здесь... Здесь все может загореться. А здесь мы перекроем до подход. Ладненько, давайте вот так вот тогда пока здесь переставим. В общем, я сейчас все переставлю это, чтобы у нас, так сказать, не мешалось. Далее, пустая комната. Вообще-то это не пустая комната, а коридор. Я не знаю, почему вот так перевели вообще коридор это. Два, ага, и так, стоп, и сюда мы убираем вот этот. Так, и три. Далее, далее, далее. Сюда мы делаем двери. Ну, здесь будут обычные, обычные двери. Далее у нас есть вот такой вот. За 1000 мы можем, конечно, там такой, наверное, деревянную. Правда, вот единственное, что разницы никакой нету. Знаете, вот прям было бы хорошо, чтобы лестница какой-то вот не только просто визуальный какой-то рай, да, а чтобы она еще имела там плюсы, минусы какие-то вот для посетителей, да, если посетителю кому-то, ну, допустим, ну, как вот любая мебель, да, которая там прочность, там красота, вот что-то, какие-то параметры было. Ну, естественно, и разница цена, потому что цена-то у них одинаковая, ты за 1000, то есть мы-то ставим только, который нравится. Я, если честно, темную, вот такую, блин, прикольно. Да они все прикольные, я бы все поставил. Ну, вот эти не очень, конечно, может. Ну, это вот это единственное, по-моему. Ну, это такая, знаете, простейшая такая. Но почему она 1000, да? Вот если сравнить вот это 1000, да, и вот это 1000. Ну, вот это же круче на 1000. Почему? Зачем тогда вот эту делать? Она бы стоила бы 500. Ну, давайте вот так вот сделаем. Как говорится, не буду долго вот это все разглагольствовать. Так, следующее. Нам... Так, пока они сейчас... Чего ты говоришь? Да, серьезно? А, ну ты что-то сказал? Ладно. И давай-ка мы тебе сделаем огонек, потому что это у нас что у нас красивый, да? Фонарики, украшения на день Луны. Силом пути, который планета проходит вокруг. То есть у него самый красивый, да? Разница, что за 1000 нету, да, что за 650, как вы видите, да? За 300 тоже. Блин, ну какая... Ну, давайте, не знаю. Блин, куда бы тебя, собака... Может, подвесить, да, типа? Ну, а, за 1000 подвешивается, а? Даже не знаю, что тебе сказать на этом. Друг гора целом. Ну, давайте вот так вот поставим ее. Будет вот такой вот красота. Да, я надеюсь, ей понравится, нашей графине. Ну да, что-то там какой-то красный цвет такой. А чем она заправляется? А, она этими свечки, блин, нам надо свечки еще закупать. Так, ну что, вы там построиться? Вот, второй этаж построился. Замечательно. Значит, здесь мы делаем следующим... Блин, не то я сделал. Следующим образом. Во-первых, здесь идет коридор, пойдет. Ну, у нас, да, коридор-то есть, а вот... Блин, да, а здесь-то нету. Ну, давайте какую-нибудь... Да, вот такую дверьку поставим. Mm-hmm. Да, пусть что-то будет красивое. Во. Ну, где-то так вот. Ну и все, мне дальше осталось только нам подождать. Так, немного тут за кадром, как говорится, быстренько время промотал. Ну, я тут, видите, купил уже такую, как она называется, гриль, печь. В общем, на втором этаже стал строиться, и, блин, не рассчитал на то, что, видите, вот здесь вот, чтобы построить вот сюда вот, нужно здесь еще одну такую, ну, чтобы был первый этаж, да, под низом. Жалко, нету каких-то опор. Ну, блин.
знаете, столбики, которые, ну, здесь вот столбики поставить, да, и можно было бы какой-то второй этаж проложить. Нету. То есть здесь нужно, получается, здесь прокладывать. В общем, все рушится, все мои планы по одной простой причине, опять же, что чтобы здесь что-то сделать, как вы видите, да, здесь мест не хватает, потому что, во-первых, сюда он входит, это коридор, и, ну, можем вот так вот еще коридор, да, и вот по одной клеточке, но, блин, это не туда и не сюда, то есть на что там, что туда разместить, я даже не представляю, что вообще получится разместить, но как-то, в общем, подумаю, как бы использовать это пространство. Может, какие-то просто коридоры, где они будут ходить, а там, не знаю, сидеть, развлекаться. Ну, они любят тут бродить по тавернам, смотреть, восхищаться, либо не восхищаться чем-то. А, так, давайте, у нас есть уже... Ну, вообще-то деньги на помост уже давно были, и я просто его не ставил. Где он, вот, обычный помост, это для выступления непосредственно таверны. Чтобы наши, так сказать, да, сейчас она скажет, а наймите барда какого-нибудь, ай-яй-яй. Ну, где-то там наша принцесса. А, ну да, теперь нужно ему, да, вот, теперь он выступит. Ну, давайте вот этому начать выступление. Иди выступай. Не знаю, правда, мне кажется, что ей не вряд ли понравится, ей нужно вообще-то... Слушайте, а кто у нас... Блин, дворяне. Тебе обычно койка сдаст, да, по... Слушайте, а мы можем, например, разместить... Так, я сейчас просто хочу понять, можем ли мы на втором этаже, ну, хотя бы вот как-то разместить, да? Слушайте, на одной клетке, да, мы можем, кстати, сюда вообще каких-то бардов, там, я не знаю. В общем, да, кого-то мы можем, сможем, в общем, реализовать. А вот сюда вот уйти уже, потому что здесь будет еще, когда для каждого класса таверны. Да, и туда еще каких-то, вот. Это опять же только планы. Ладно-ка, давайте пусть он выступит, посмотрим, что она на это скажет, наша принцесса. Ну-ка. А, крыса, собака, я как тебя не заметил, а? Давай, блин. Надо кошку. Блин, вот куда собака ползет, а? Ай, блин, ну что ты? Я говорю, какая-то, блин, мышеловка, не мышеловка. Знаете, вот действительно допотопные изобретения. Ну, вот как ты прошла? Вот я поражаюсь. Ну, наконец-то попала скотина. Так, надо ее, знаете, куда? Надо будет ее обратно вернуть сюда вот. Правда, неправда происходит. Ну, в общем, кошку надо. В общем, надо кошку. Так, все. Ну, сейчас он споет. Не знаю, вряд ли, конечно, поможет. Точнее, понравится, может, а может и не понравится. Ну, хотя, смотрите, тут такие, да, давай, жги. Ну, тебе не понравилось? Ну, поручить барду выступить. Ну, он же выступил. А, он еще не... Или он, типа, пока не закончит, да, она не скажет. Ну, давайте подождем. Это... О, молодец. Что за чудесные менестрели вы попросили устроить представление, браво. О, ей понравилось. Он сделал то, что ему заплатили, но что вам еще...
Хорошо, давайте. Признаться, я устал находиться в вашей компании. Трактирщик, к сожалению, мне еще нужно с вами кое-что обсудить. Приходите в мою комнату в полночь. Оу, это интригующе. Ребята, в полночь? Ну, давайте зайдем к ней в полночь. А как я должен к ней попасть? А, то есть она когда придет в свою комнату, наверное, да? Ну да, надеюсь. Или мы Мартину туда... Нет, ну как-то мы должны... Да, наверное, скорее всего, она туда придет и там что-то будет. Так, давайте, наверное, вот этого барда я найму. Единственное, что надо для него... А что, кстати, тебе нужно, собака? Кстати, починить надо. Давай выходи, я хочу посмотреть, узнать, что тебе надо. Вот, стой, не уходи, подожди. Что тебе? Чтобы тебя нанять. На коже. Олени рога? Ты издеваешься? Ура, череп. Может быть, ему череп подойдет, а? Как вы думаете? Напишите, подойдет ли череп, да, к нему. Ну, пока, говорится, да, отпустим его в освояси, пусть идет. А как раз вы мне подскажете, да, подойдет ли череп вместо там какие-то рога набили. Или все-таки нужно эти рога искать где-то. Ну, а с другого мы барда еще и подождем. Тем более мне нужно будет... Да, давайте еще, знаете, у меня не хватает... Трава. Кстати, а где вы травы у меня обитаете? Где они могут подешевле быть? Да, по-моему, это где-то... Блин, жалко, значки, блин, такие мелкие. А здесь травы, что ли, не показаны? Ну... Блин. О, кстати, а что это у тебя такое? А, тебе нельзя, пока тебе не повысишь, да? Позволяет создавать торговый пункт. А это у нас плодородного предмета. Ага, то есть нужно две. Десяточка нам получается. Что у нас здесь еще есть? Картины. Что-то я не вижу, слушайте, я не вижу. Не вижу. Ну ладно, боксим. Где-то, ну я в общем-то в любом случае где-то вот здесь вот запасался данным случаем бобовым. Бобовый у нас есть. Нам не хватает только, получается, да, этих. Ну я там еще вонючку такую, да, вон нам травы 102. 102, стоп, а здесь-то сколько? А, 87, слушайте, наверное, 85. Но не думаю, что где-то будет это... еще дешевле. А, хотя 84. Давайте вот отсюда закажем штучек 5. Вот так вот. Я повесил вот эту вонючку. Здесь какой-то постоялец пришел, короче говоря, с, опять же, с какой-то проказы, я не знаю. Ну, ты когда пойдешь в полночь? И когда я должен понять, где-то полночь? Я к тебе приду. Красавица, я к тебе зайду, красавица. Так, о, готовят. Там тоже готовят. Ну да, тут уже немного идет нормально. Единственное, что нам нужно будет выплатить 3000. Я бы вообще на самом деле бы поставил светильнички. Но светильников не так и много. Факел, да? Ну давайте вот этим факел поставим, тем более. Ну, блин, у нас вот это нужно поднимать, у них мало. Мало огня, я хочу еще больше. Красивый. Ну давайте красоту поставим, я не знаю, думаю, что... Блин, куда бы тебя, зараза... Давайте вот так вот. Надеюсь, им света хватит, тем более бард здесь выступает. А нам единственное, что придется еще закупать свечи. Да.
Так, у нас здесь остановить производство, нет, не останавливаем. Мука, да, я забыл, слушайте, ребята, мне нужна мука. Вот, мы пришли к ней, да? Ну и как я должен... Нет, ты серьезно? Игра, блин! И как я должен попасть к ней? Нет, ты серьезно, блин? Ох, вот это интересно, слушайте. И как я должен попасть к ней, слышишь? Мадам, пусти! Пусти, где ты, блин? В общем, хрень какая-то, если честно, ну, блин. Ну и вот как я должен, вот по мнению разработчиков, как я туда должен попасть, а? Вот как я должен нажать эту хрень, а? Или шторка же должна открыться, я не знаю, вот как. В общем, напишите, пожалуйста, в комментарии, почему вот такой вот херь, как в нее попасть. Да, ну на сегодня все, пока. Пока. Лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Ну и напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока. До встречи и увидимся.